Накануне вдова Юрия Шатунова заявила, что вместе с детьми они определились с победителем конкурса на лучший эскиз памятника певцу. Стало известно, как эта скульптура будет выглядеть. Светлана Шатунова рассказала, что памятник отольют из бронзы. Это будет статуя высотой более 2 метров, изображающая артиста с микрофоном. Скульптуру установят на каменный постамент высотой более 1 метра. Памятник установят на могиле артиста на Троекуровском кладбище. По предварительной оценке, стоимость скульптуры превысит 3 миллиона рублей. Светлана Шатунова оплатит ее из собственных средств. Вдова также предупредила общественность об аферистах, которые наживаются на имени артиста. Приходят сообщения, что создают фонды имени Шатунова, организуют концерты памяти, где собирают деньги. «Мы этого не делаем, будьте осторожны с мошенниками», — предупредила она. Напомним, что поклонники вели активное обсуждение о том, как должен выглядеть памятник кумира. Некоторые энтузиасты представляли свои варианты проекта. Один из самых популярных — фигура певца с букетом в руках. Вдова звезды отказалась от такого решения, отметив, что у супруга был более классический вкус. А что вы по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.